Черт! Айзек, я уже здесь чувствую отравленный воздух. Эта дрянь распространяется быстрее, чем я ожидала. Я пытаюсь ее изолировать, но много времени мы не выиграем. Нужно уничтожить эту штуку. Все реактивы найдешь в химической лаборатории. Иди туда, я взломаю замки. Причем недавно. Думаю, мы тут не одни. Кто-то очень не хочет пускать тебя в эту часть корабля.
его, блядь. Да.
Ты рядом с химлабораторией. Когда найдешь все реактивы, тебе понадобятся образцы ДНК инопланетных клеток. Я посмотрю, где они могут быть. Доктор Кэлус Мерсер, теперь у меня есть объект для изучения. И я могу доказать свою теорию клеточной регенерации. Зафиксировать пациента было проблемой, но теперь он вполне спокоен. Он доверяет мне, доктор Кейн. Он доверил мне свою жизнь. Он знает, что является частью замысла, понимает, что я делаю. Лоб пациента обработан, нанесены необходимые метки. Сейчас я собираюсь сделать надрез, чтобы внедрить клетки образца в... Блять, вот эти, блять, мутанты. Короче, тут хуйню троллит, она, короче, он блокирует. Ждите. Синтез антигена завершен. Что? Пожалуйста, заберите капсулу. Что ты делаешь? Пидор, блядь. Борьба за жизнь достойна восхищения, но твои потуги напрасны. Хотя, может, люди, как вид, не так безнадежны. Неужели лишь я один узрел это? Узрел, что мы все давно мертвы, но не хотим в этом сознаться. Прекрати свой век, свою борьбу. Наше будущее, твое будущее, будущее нашей расы, оно заканчивается здесь. Позволь мне познакомить тебя с детьми человечества, детьми, которые заменят нас нашим лучшим творением. Кто-нибудь
Нахуй. Хэммонд, где, черт побери, тебя носит? Я добрался до всех гидропоники. Паршивые дела. Очень плохо. Почти не могу дышать. Это органическая дрянь тут повсюду. У меня глаза ищет. Черт, ничего не вижу. Блять, это поебень, блять, не умирай. Найди ткани с образцами ДНК. Согласно лабораторным записям, они хранились в отделении интенсивной терапии. Доктор Мерсер, похоже, очень активно их исследовал. Я все еще пытаюсь связаться с Хэммондом, но не могу пробиться через помехи. Айзек, ты должен поторопиться. Твое упрямство меня поражает. Ты заебал, Гонзон, блин. Как ты вдох, ты ползешь вперед. Ты пытаешься удержать то, что было твоим миром, но тебе он принадлежит детям. Найди радость в осознании того, что твоя смерть даст им жизнь. Послушай, слышишь? Оно уже близко. Молись. Thank you.
Thank you.
Блять, какой-то пиздец, блядь. Опять говно что ли? Блять, наверное, магазин, блядь. Патронов хуёвых набрать, блядь. Магазины надо. Все, блядь, пиздец нас. Это хуй над этим. Thank you.
Ну, бог. Есть патроны, нихуя. Откуда были сюда? Ебался, блядь, я пиздец. Я сказал, скипался. Да ладно, ты ебал, ты ебал. Еще, блядь. Я не знаю, что это.